Мотор. Всем привет, к нам подъехал товар. Сейчас мы вам покажем, что приехало к нам. Такие сразу за работу. Все приехало только сегодня, да, еще не в такой форме, которая будет чуть позже. Приехали такие сумочки. Где-то розовая. И где-то серая еще. Приехали бананки. Солнце, говори, пожалуйста. И тоже дама бананки приехали. Розовые. Полная модель бананов. Яркие такие. Приехали к нам новые сумочки. С бантиком и крошечки. Яркие. Такая сумочка, она сейчас, конечно, не в форме, но чуть полежит, будет классно. Вот, разные цвета. Очень легенькая, прикольная. Классно. Очень приятная. Опять сумочки такие приехали. Вот их много, заказ можно уже скидывать. Вот таким ремешком. Коричневая. Такая еще черная есть. Синий, розовый, серый и сейчас еще черный. Если что, это не бананка, это просто такая сумочка. Она очень вместительная, есть такая в белом цвете, цвета наоборот, получается, здесь черный, а здесь белый, и в таком цвете. Поднесем все. Приехали еще к нам голограммные бананки в разных цветах. Покажу золотые. Да. Маленькие такие, которые были. Это маленькие ребятки. Светлым подкладом.
вот такая моделька рюкзаков, их очень часто заказывают. Маленькие и достаточно вместительные, потому что широкое дно. Можно заказывать уже сегодня, сможем такие отправлять. Как розовый, но такой вот черненький. Черные. Они не похожи, не похожи. Может, они в детстве? Сумочки розовые, детские, кошечные. Мы тут приехали, которые все спрашивают. Розовые, всегда водичные. Со значками. Значки можно снимать. Вот он. Черный тоже есть наличие. Пишите директ или заказывайте. Черный тоже. Да, и черный есть. Вот. Черная, еще есть черно-бело-красная. В принципе, все. Пока все. Скоро к нам приедут еще новиночки. Все будем показывать. И розовые такие должны быть. Да, наверное. А вон помню. Вон он лежит. Да, вот он, розовый и серый. Спасибо за внимание, пока.